Служите псаев! А вот и еще один финал, и это полутяжелый вес, 93 килограмма. Суйлим Типсаев, Чеченская Республика, пошел в клетку. Заряженный, готов. Является он кандидатом мастера спорта по ММА. Александр Шепель появляется на наших экранах, который является мастером спорта по ММА. Одинаковые ребята, 186 сантиметров Александр Шепель, 187 сантиметров Суйлим. Представляю вам финалистов, боец в синем углу. Ему 18 лет, рост 187 сантиметров, а вес 93 килограмма ровно. Он кандидат мастера спорта по ММА, представляющий Чеченскую Республику. Приветствуйте, Суйлим Типсаев! Его соперник в красном углу октагона. Ему 19 лет, его рост 186 сантиметров, а вес 99 килограммов. Представляющий Омскую область, мастер спорта по ММА Александр Шепель! Рефери Артур Шепель. Бойцы на центр. Это финал. Три раунда по три минуты. Правила знаете, не нарушаем. Внимательно слушаем мои команды. Затылок, позвоночный столб не работаем. Экипировку, клетку не хватаем. По команде стоп, мгновенная остановка. И еще одно. Это не драка, это спорт. Поэтому во время боя обязательно уважение друг к другу. Руки пожали. По углам. Какое классное наставление, да, от Артура Шайхова. Это не драка, это спорт. Это действительно спорт. Два очень сильных спортсмена встретились в финале. Это Чеченская Республика и Омская область. Судьи готовы. Суйлим Типсаев и Александр Шепель. Первый Александр раунд. Шепель представляет авторскую школу «Шторм». Чеченская Республика за последнее время также очень сильно выросла. Кстати, еще есть финалист. Нет, у них получается вылетел парень 120 килограмм вчера. Опять же, если я не ошибаюсь, Шепель Александр выступал у нас на первенстве мира 16-17 лет. Он сильно растет на глазах, сейчас еще и служит. Вчера разговаривал я с Алексеем Грицко, вот он недавно ездил на соревнования по дзюдо по вооруженке, хотя, говорит, что не первый раз кимоно надел. Такой как раз растущий на глазах спортсмен. Он указал свой фактический вес, потому что ребята проходили взвешивание у нас
вчера утром и набирает вот он примерно до 99 килограмм в бою. В принципе, такой типичный полутяж, растущий. Больше на ногах работать. Вот, начинает поджимать здесь Сулим. Свалил сейчас Александр Шепель своего соперника, зашел, заправил ноги. И попытка проведения сейчас внушающего приема. Полторы минуты. Спрятался там Сулим. Хорошо, плотно здесь зашел за спину Александр Шепель. В неудобной позиции для себя находится Сулим Типсаев. Сулим решил поработать к сетке, да, прижать к сетке Александра. Вот Александр пытается развернуть и бросит захват. Смотри, как он сейчас вышел сверху на Сулима Типсаева. Довольно-таки неудобной все равно позиции находится Сулим Типсаев. Вчера, кстати, очень Сулим сделал качественный болевой прием. Рычаг на колено сделал Магомеду Мутаеву. Вытащил ногу. Стоп! По углам. Оба вчера зубодробительных были полуфинала. У Шепеля Александра был с повторами вот этот удар колена по печени. Когда были удары в пах. Да, еще было несколько ударов в пах. Сулим вышел на урагана. Вчера я называл этого парня ураганом. Мухаммад Мутаев. Он здесь просто делал такие броски. На второй, на третий этаж выбрасывал своих соперников. И он вчера сделал рычаг на колено из неудобной позиции. Очень долго там все это происходило, если я не ошибаюсь. Ну да. И в итоге унесли спортсмена практически. Сильный вес, вот этот 93 на этом первенстве. Хорошие такие ребята. Плотные бои показывают. В борьбе сам можешь только. Только в конце. Понял? Только в конце. Раскова не действует, стойки, у тебя сейчас все получится. Бросить он уже тебя не бросит. Вот Алексей Грицко сказал, что бросить он тебя уже не бросит. Будь по раскованию. Капа на месте? Посмотрим. Судьи на месте. Бойцы готовы. Второй раунд. Бой! С этим поединком остается 3, 120 килограмм и 120 плюс. Такой вот праздник единоборств сегодня здесь, в Уфе. Практически все бои заканчиваются решением, посмотри. Ну да, это мы с тобой еще обсудили в самом начале. Там у девушек было, да, сначала первые несколько боев досрочно. Но там и какие девочки выходили. Да, лево. Ну, так и вчера было очень много решений. Вчера тоже было очень много решений, из-за этого день затянулся до полуночи. Предварительные поединки проходили вчера по местному времени до 12 ночи. Ребята, которые выходили друг за другом, проводили эти поединки. Выступают в том числе и сегодня, вот здесь в финалах. Это сколько сил нужно иметь. Вот очень острые колени у Александра Шепеля. Минута прошла. Коленями внимательно работаем оба. Зашел за спину сейчас Александр Шепель. Вот будет попытка проведения удушающего приема. Посмотри, посмотри, что делает Александр Шепель. Пытается задушить. Нет, здесь Сулим почувствовал эту позицию.
Но не в удобной для себя позиции находится Сулим. Все время вспоминаешь поединки Хабиба, когда он берет такую позицию, все через 3-5 секунд люди стучат. При этом там не всегда даже удушающие, в основном были всякие разные такие защемления шеи. Неудобные. Ну, конечно, в этом плане удав. Работай шея, пока у него занят, работай шея. А вот удав ли Александр Шепель, посмотрим сейчас. Хорошо стянул шею Александр Шепель. Вы посмотрите, что происходит сейчас в этом финале. Плотный захват замкнул он. Неудобно сейчас Суэлиму Типсаеву. И снова спас его. Какой молодец Александр Шепель. Но отдал позицию. Будет пытаться провести прием. Его попытка треугольника. Попытка еще одна. 10 секунд до конца. Здесь, конечно, нужно просто передышать Сулиму Типсаеву и подумать о третьем раунде. И еще больше поддержки с Москвы. Бойцы готовы. Третий раунд. Ну, расскажи мне, пожалуйста, что здесь происходило. Я тут немножко отлучался. Одна минута у нас, 55 секунд последнего раунда. Александр Шепель продолжает лидировать, да? Да, ну, попытки делает Сули, но ничего не выходит из-за этого устава. Ну, видно, как настроился, конечно, Александр Шепель. Делает все, да, чтобы забрать это золото сейчас в Омск. Очевидно. А именно в авторскую школу «Шторм». Алексей Грицков, тренер Александра, был прав, что не получится бросить уже. Ну да, и хорошие очень установки дает. Мне нравится, на самом деле, как растет именно любительский уровень школы «Шторм». Очень плотные такие молодые ребята подрастают. Что, всего лишь 40 секунд у нас остается, даже меньше уже до окончания этого поединка, и
Александр Шепель из Омской области, по-моему, сделал все и доказал все, да, что сейчас он сильнее Сулима Типсаева из Чеченской Республики. Но, тем не менее, повторюсь, что Сулим Типсаев удивлял много вчера. Довольно-таки крепкий боец. Но вот сегодня больше удивил Александр Шепель. Да, золото уезжает в Омскую область. Да. Время! Победитель совершен! Аплодисменты бойцам! Добро пожаловать! А у нас впереди еще два боя, 120 и 120+. И первый вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев. Господа, по завершении трех раундов финала единогласным решением судей одержал победу и стал чемпионом первенства России доспешного боевого единоборства Семенов полуночный шалдам Фесе Александра Шахель! Поздравляем мы всю Омскую область и в том числе авторскую школу «Шторм» с такой победой первенства России 18-20 лет. Юниоров в полутяжелом весе стал Сулим Типсаев, Чеченская Республика. А Фалтион, победитель первенства России, поспешного боевого единоборства мы в полутяжелом весе Александр Шахель. Омская область. Вчера до конца, кстати, Александр сидел, смотрел поединки здесь. Ему было интересно как раз понаблюдать за ребятами, за многими. Смотрю, что они что-то друг друга подсматривают, учатся. Сколько мы с вами, Александр Шепель, говорит Андрею Викторовичу Терентьеву. Мне стало очень интересно наблюдать за спортсменами, которые переходят из разных, из одной возрастной группы в другую. У них работа иная. Понаблюдай. Ну да, конечно, видно, что растут и